да. Здрасте. Здрасте. Можно для контента я тебя играть? Да. Артём уже ждет. Кого его от меня? Ну, вот мы вчера его встретили. Он в предвкушении твоего приезда. Да? Да. Много. Жду. Жду, очень жду. Можно на завтра пока, а сейчас. Расскажи, как добрался к нам, к команде, как проходил твой полет, вообще, как проходили твои последние полтора-два дня? Ну, расскажу, последние три дня все было достаточно неожиданно, быстро. Прилетел в Москву, поговорил с главным тренером, встретились с руководителями клуба. Все, в принципе, быстро решили, прошел медобследование, вернулся в Санкт-Петербург и уже на следующий день прилетел сюда. Наверняка советовался с близкими. В переговорах какой момент был ключевым, который тебя убедил, да, да, конечно, это мне нужно, я хочу быть здесь? Ну, если честно, вообще после «Зенита» у меня всегда были мысли, хотелось вернуться в «Локомотив», но не получалось. И когда поступило предложение неожиданно, честно, то особо долго не думал. Что для тебя возвращение в «Локомотив», который для тебя клуб не чужой совсем? Ну, безусловно, «Локомотив» 100% для меня родной клуб. Я все-таки приехал сюда, когда мне было 11 лет. Это весь мой подростковый период. Всю школу прошел здесь, мне клуб многое дал, и я думаю, что есть у меня должок перед клубом, и сейчас в такой непростой момент хочется, чем смогу, тем помогу. А как ты думаешь, в чем, ну вот опять-таки твой взгляд со стороны, в чем сложность, почему «Локомотив» оказался в тяжелой ситуации? Это твое просто мнение. Я не знаю, тяжело судить, потому что я не находился внутри клуба в тот момент. Ну, бывают команды к чему-то, наверное, много неправильных действий или еще чего-то приводят к таким вещам. Но, опять же, тяжело судить, когда не знаешь всей внутрянки, просто сейчас уже об этом смысла нет. Можно рассуждать сколько угодно, просто хочется прийти и именно в моменте помочь, чтобы исправить эту ситуацию. Как выбирал номер? Как вообще происходил этот процесс? Расскажи. Ну, в принципе, реально выбирал. Было 3-4 номера, которые мог взять. Я просто скинул детям, супруге. Они говорят, возьми 8-й. Я просто, когда пришел «Локомотив», в детстве у меня всегда был 8-й номер. Я думал, ну, в принципе, никогда не было такого номера уже в профессиональной карьере. Можно попробовать. Что-то новенькое. А какие-то еще такие, знаешь, интересные, вот расскажи подробности твоего перехода, вот какие-то такие, как выбор номера, что еще вот такого интересного для себя, учитывая весь твой опыт, и подметил, может, что-то новое или все как обычно? Именно перехода сейчас? Да, именно переход сейчас, да. Да не знаю, я, в принципе, готовился самостоятельно, не могу сказать, что был в каком-то прям поиске, просто был спокоен и, в принципе, любую ситуацию бы спокойно принял, так что, когда поступил звонок, думаю, значит, так надо, потому что такие вещи просто так не случаются. Ну и с большим удовольствием поехал, встретился и, в принципе, как я уже сказал, повторюсь, быстро все решили. С какими словами близкие напутствовали тебя, отправляясь домой? Ну, пожелали удачи, конечно.
Они всегда рядом, всегда желают только удачи, здоровья, чтобы все получилось. Ну и, конечно, обрадовались. С Михаилом Михайловичем уже когда разговаривали, что обсуждали, если не секрет, конечно. Ну, мы так достаточно поверхностно о каких-то вещах просто познакомились, поговорили. Он спросил мой настрой, спросил какие-то моменты, которые ему интересны. И особо мы не углублялись, я думаю, в любом случае еще предстоит этот разговор. В нашей команде еще много молодых ребят. Вот, оказывался ли ты в ситуации, когда столько много молодых? Ну, они прям действительно очень молодые, 18-19 лет. Ну, это же неплохо. Я не говорю, что... Не знаю, мне кажется, это здорово. В принципе, ребята здесь талантливые. Как я уже думаю, познакомимся поближе в процессе. Будет всем... Все видно, постараюсь, главное, быть примером, передать опыт, то хорошее, что могу передать, и все. И внимание, Каспинов! Если вас не Давай!